Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в шпионадочку на сир Адмир Ролеплей, 4-й тир. Муник здесь легенда Путбуль, не забывайте вводить муник при регистрации. Также для моих подписчиков есть специальный промокод. Пишите МН, потом 10-й пункт промокод и пишите КГейм. Как только вы тратите 7 часов, вам дадут 50 тысяч. В принципе, используйте, я думаю, это лишнее будет. Ну что ж, погнали. Так, сегодня снова серичка будет посвящена моему бизнесу, который я купил, ну, недельки две назад. Ну, где-то дней 10 назад я его купил, в принципе. И сколько же он мне принес, лоханулся или нет? Ну, скорее всего, лоханулся. Вы, думаю, это сами прекрасно знали, когда я его купил. А вот мой бизнес, это автомойка в городе Арзамас, в принципе. Вот здесь, короче, вот Арзамас, и вот здесь находится мой бизнес. Мой бизнес, это автомойка. Вот здесь владелец легенда Путбуль, крыша какая-то непонятная, цена услуг 1000 рублей. В принципе, я не знаю, почему здесь мало людей, как бы приезжают сюда, моют свои машины. Но сейчас мы посмотрим финку за все время, как с момента того, как я его купил, и до этого момента, сколько он принес мне денег, и стоило оно того или нет. Итак, вот этот бизнес, я купил его за, получается, сколько, 4 миллиона я за него отдал, и полностью еще его улучшил, как бы, да, полностью еще улучшил этот бизнес. Давайте пишем команду BoostyNet и смотрим, что у нас здесь. Итак, владелец легенда Путбуль, город, поселок Арзамас, район, нет данных. Цена за услугу 1000 рублей. Цена на товары 100%. В принципе, да, количество продуктов 7000. Стоимость доставки продукта 8 рублей. Уровень улучшения 4. То есть у меня полностью он улучшен. Баланс приятия 11 тысяч всего лишь он. Сейчас у меня лежит на балансе. Бизнес арендован на 19 дней. Госстоимость 330 тысяч. Аренда помещения 330 рублей в день. Тип аренды льготная. Статус бизнес открыт. Окей, смотрим изменить, что мы здесь можем сделать. Установить цену за услугу, отметить бизнес на GPS, заказать продукты, отменить заказ, финансовая статистика, улучшение бизнеса. Вот, улучшение бизнеса, у меня куплено просто все. Ну что ж, давайте посмотрим самое интересное, это финансовая статистика. Да уж, не густо, я его купил 24-го, сегодня у нас 14, то есть он у меня во владении 10 дней. Доход бизнеса за 20 дней, окей, ну тут 20 дней нету. В принципе, как бы, да. Я думаю, увидите. Он у меня во владении был 10 дней. Сегодня 10-й день, в принципе. И вчера был. Ну, короче, вы поняли. И за это время давайте посчитаем, сколько он мне принес. Итак, я посчитал, он принес за эти 10 дней мне всего лишь 47 тысяч. А я, понимаете, купил его за 4 миллиона. Вложил в него еще около миллиона. Это я в улучшении еще купил там. Ну, как около миллиона? Где-то 600-700 тысяч. Плюс я его платил. Короче, я жестко лоханулся. Мой первый бизнес, и я жестко лоханулся с ним. Это довольно-таки, на самом деле, печально. Очально, потому что, блин, я отдал 4 миллиона. И я за 10 дней получил всего лишь 47 тысяч. Это довольно-таки очень мало. Я думал, что этот бизнес будет пользоваться большим спросом. Поэтому я его и купил, но оказалось все очень печально, и этот бизнес себя не оправдал. Я его, наверное, максимум смогу продать за 2 миллиона, скорее всего. Я, наверное, это так и сделаю. Возможно, в следующей серии, возможно, нет, но потому что у меня денег вообще нет. Вот, 6 тысяч, это все мои деньги, и мне нужны бабочки, чтобы в казе ходить там и так далее. Понимаете, у меня гелик уже сломан, неделю стоит, я его починить не могу, потому что денег-то нету, поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы все об этом думаете. Да, я лоханулся, но за сколько можно было бы его купить и за сколько я смогу его продать. Все, на этом у меня все, всем пока-пока. I'll be crying all night, cause I was front seat.